Городские пляжи не пустуют. Этот примыкает к территории санатория «Южное Взморье». О доступности набережной Здравницы было немало споров. Проход вдоль побережья долгое время был закрыт. Затем к курортному сезону городские власти и руководство санатория пришли к соглашению открыть доступ отдыхающим. Но на прошлой неделе у входа вновь объявление: территория закрыта. Ведется реконструкция. Эти ремонтные работы закончатся, и наши гости и жители смело будут ходить по берегу с одной точки в другую точку. Но сегодня мы это позволить не можем, потому что, как вы видите, приводим в порядок. Дорога эта не ремонтировалась около 30 лет, поясняет директор Здравницы. Состояние брусчатки было аварийным. Небольшой участок старого покрытия еще виднеется, но уже через пару дней его скроют такие же гладкие плиты. К слову, технология реконструкции прогулочной зоны сохранилась еще с советских времен. Только материалы современные. Официально для прогулок набережная будет открыта примерно через неделю. Приводят в порядок пляжную зону и в Имеретинской низменности. Здесь берег в буквальном смысле уходит в море, поэтому его приходится постоянно отсыпать. Ширина пляжной полосы по всему побережью Сочи должна составлять не менее 30 метров. Всего на пляже Имеретинки будет завезено порядка 100 тысяч кубов гальки с реки Кепша. Но не вся береговая линия нуждается в расширении. Большинство пляжей для соответствия требованиям необходимо было просто выровнять. За благоустройством своей территории следит каждый собственник отеля. Здесь уверенно заявляют, что готовы принять любое количество отдыхающих. Мы сделали все возможное, чтобы прекрасно подготовиться к пляжному сезону, увеличили количество лежаков в этом году. Вы видите, есть зонтики, все благоустроено. Наши спасатели прошли дополнительные курсы. У нас есть медицинская бригада, которая поможет нашим гостям в случае чего. Также работает анимационная команда. Более того, пляжами могут пользоваться не только гости отелей, но и другие отдыхающие. Впрочем, по обустройству муниципальные пляжи не уступают прибрежным территориям гостиниц. Администрация города к сезону увеличила количество шезлонгов, кабинок для переодевания и душевых кабин. За порядком на пляжах следят круглосуточно. Мы проводим обследование территории пляжей, прилегающую территорию, ну и, конечно, благоустройство прилегающих территорий. В том числе в вечернее время у нас совместно с сотрудниками полиции и с представителями казачества осуществляется обход пляжных территорий добровольной народной дружины. Все работы на пляжах и прилегающих территориях в Сочи завершатся к началу июля. Именно на этот месяц приходится основной наплыв отдыхающих. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.